Рядом со мной Надин Русалка. Надин, добрый вечер. Добрый вечер. С какой песней сегодня выступаете? Я выступаю сегодня с песней «Птица солнца». Это уже второе мое появление на ТВ «Шанс». Очень рада встретиться со всеми с вами снова. Это авторская песня? Да, это авторская песня, музыка композитора Евгения Павловича Землянского, слова мои. Супер! Что вдохновило на написание данной песни? Ой, наверное, путешествие по северным землям Мурманской области меня вдохновило на эту песню больше всего. Откуда вообще черпаете вдохновение? Как в основном приходят вам мысли, идеи песен? Из разных источников. Иногда, если это фолк, то это приходит из моих путешествий, например. Вот. Но недавно я открыла для себя такую фишку, что я стала писать под знаменитые инструментальные мелодии. Вот. И я черпаю вдохновение во многих вещах, в книгах, которые я читаю, в фильмах, которые смотрю, например. Мы желаем вам успехов, побольше песен. Пожелайте что-нибудь нашим зрителям. Я желаю вам отличного вечера, отличного настроения, друзья. Все, пока. Пока.